Всем привет! С вами Иван Кожи, и мы продолжаем обозревать сухарики. На этот раз это Флинт, вкус холодец с хреном. Данная пачка весом 90 грамм обошлась мне в 5 гривен 49 копеек. Давайте заглянем внутрь. Что-то не хотят они открываться. Ух, порвал, хоть бы не высыпались. Отличный вкус, просто холодец с хреном, я их обожаю. Кстати, эти сухарики смешанные, то есть пшенично-ржаные. Четкий вкус, именно холодец с хреном, они такие островатые. Не знаю, обожаю этот вкус, действительно, не могу вам передать. В принципе, холодца как такого тут не слышно, но и... Хрен, ну, особо сильно не выделяется. Очень люблю этот вкус. Действительно, самое то. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Иван Кожи. Всем пока.